добрый самаритянин услышал громкие крики, похожие на крики собак, просящих о помощи. Когда он пришел, чтобы разобраться, то обнаружил, что три бедных щенка застряли в луже смолы. Они не могли ни двигаться, ни стоять, ни даже выкарабкиваться из черной липкой субстанции. Другая проблема заключается в том, что собаки матери нигде не видно. Когда на помощь пришли спасатели, они отчетливо услышали отчаянные крики щенков, и они тут же поняли, что им нужна помощь. Им приходится действовать быстро, чтобы не продлевать агонию щенков. Молодой человек попытался успокоить щенков, погладив их, затем попытался взять на руки одного щенка, но ему это не удалось. Они так сильно застряли в застывшей смоле, что даже мужчина не может вытащить щенка, не причинив ему вреда. Щенки казались такими напуганными и обиженными, их крики только усиливались. Это был напряженный момент. Мужчина терпеливо пытался поднять их вместе с застрявшим в земле куском смолы. Но в конце концов, один за другим все три щенка были спасены. Спасатели укрыли их одеялами и вызвали врачей на помощь. Бедных щенков очень мучила жажда, поэтому им давали воду из капельниц. Затем ветеринары и спасатели приступили к очень сложной задаче, более кропотливой, чем сама спасательная операция. Они должны были снять смолу с этих щенков, и это было трудно. Щенки явно устали. Они просто позволили своим спасателям делать свою работу и терпеливо ждали. С дрожащими ногами они, наконец, смогли стоять, пока возились со своим мехом, доставая кусочки размягченной смолы. Спасатели все еще беспокоились о том, что трое щенков не смогут выжить после травмы. Однако маленькие собачки проявили сильную волю и решимость. Они стали поправляться и причем очень быстро. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.